Раптор! Раптор перед вами! По-моему, я не знаю, завозил кто-то или нет, нам дорогие партнеры привезли на реализацию. Если сравнивать с уже известными автомобилями, то это подраздутый на 6 сантиметров шире, на пару сантиметров, на 6 сантиметров в длину и на пару сантиметров шире Дарго. Но технические характеристики совершенно другие. Агрегатная база принципиально иная. Здесь у нас два электромотора по осям. Задние 204 лошадиные силы. Передние бывают разным. В нашем случае 90 лошадиных сил. Если я ничего не ошибаюсь, но сейчас в описании вы все увидите. ДВС под капотом есть. То есть это некий симбиоз последнего и параллельного гибрида, потому что ДВС полторашка под капотом работает и в качестве генератора для подзарядки батареи, и в том числе это может быть и тяговый двигатель, то есть тяговые усилия на переднюю ось он тоже дает. Но кардана, как вы понимаете, нет, потому что задняя ось крутится благодаря электродвигателю здесь. Инвертор в багажнике. Пойдемте покажу. Вот. Ну, здесь у нас, видите, разложено наше все. Наверное, не доберусь, ребята. Вот, короче, вот здесь, под этой штукой, расположен инвертор. Под пузом, вот здесь, вот между осями, внизу, расположена батарея. По салону очень похоже на Дарго. Вот. Просто очень похоже. Сиденья электрические. Стартуем. Видите, он тихонечко завелся, ну, потому что гибрид. Камера 360. Так, приветики. Камера 360 очень хорошего качества. Сиденье с обогревом. Круиз-контроль здесь есть. Ассистент спуска с горы. Цифровая приборка. Что еще? Вот эта допция. Здесь есть блокировка заднего дифференциала. За эту опцию дополнительно доплачивали. Салон, видите, как интересно сделан. Он, с одной стороны, вот это вот темно-серое, темно-темно-серое, ближе к черному. Дальше верх весь светлый, а сиденья рыжие. Казалось бы, многоцветие. А, плюс еще здесь серебристый карбончик. Казалось бы, многоцветие, но вот вы в кадре видите, это не выглядит как аляпистая какая-то машина. Ну и сзади он двухрядный, H9 будет трехрядный, исключительно семиместный у нас. Большая панорама, и видите, посадка такая, что места прям очень много перед коленями.